Следующее стихотворение посвящено Микеланджело Буонаротти, навеяно книгой Ирвинга Стоуна «Муки и радости». Ну, Микеланджело, когда писал Сикстинскую капеллу, он был довольно уже в летах, и ему тяжело было подниматься на леса. Понад куполом, над бездною, мрак. Но мятежный дух воятеля смел, зодиаковый узотчего знак означает бремя знатнейших дел. Если хочешь, сотвори небеса, а для света солнце лунный желток. На строительных высоких лесах, если ты забрался под потолок, вот закончена тончайшая вязь. Покачнула Ева круглым бедром, разболелся Бог, не просто далась, будто кто-то вынул с плотью ребро. Влага с плесенью для красок страшна, мир разрушит многокрасочный твой, и всемирного потопа волна понависла над твоей головой.